сегодня смотрим Хилтон, резорт, который находится на Бали. Отель построен на вершине скалы в Нуса-Дуа, на берегу Индийского океана. Благодаря тому, что пляж отеля расположен между коралловыми рифами, отливы здесь практически не ощущаются. Вот так выглядит пляж в отлив. В самом отеле есть 4 бассейна, один из которых с песчаным пологим входом. Конечно же, в отеле есть детский клуб с аниматорами. Также есть спа, тренажерный зал, массажный кабинет. А сейчас посмотрим номер категории Deluxe Ocean View. Номера просторные, светлые, все обновленные. В номерах есть все необходимое. Везде есть халаты, тапочки, фен, утюг, гладильная доска, чайник, набор чай-кофе. 90% номеров имеют вид на море, поэтому с большинства балконов и террас каждого номера открывается потрясающий вид на океан. Сейчас еще поедем посмотрим виллу. Вон какая огромная дверь при входе. Вилла имеет зону гостиной и спальню. Большая шикарная ванная комната с красивой ванной и тропическим душем. И, конечно же, свой бассейн. В отеле есть все типы питания. Завтрак, шведский стол, обед, ужин, в основном по меню. Но раз в неделю в отеле есть местный рынок, где можно приобрести различные сувениры, а также бесплатно покушать